Привет! Делимся очередной необычной работой, проделанной в ультравыхлоп. К нам приехал Infiniti QX70. У него уже стоит обвес, диффузор сзади, в который необходимо погрузить насадки. То есть он полностью по кругу закрывает насадку. Собственно, вот эту работу мы сейчас проделываем. Помимо этого, человек привез деталь от Nissan 350Z. Для того, чтобы его машина чуть интереснее звучала. В принципе, деталь практически подходит. Небольшие доработки и новый звук, и новые насадки будут на этой машине. И, естественно, к удовольствию владельца все это будет проделано за несколько часов. Давайте посмотрим, как это происходит. We'll be right back.